Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам о самых преданных породах кошек. Эти кошки не представляют жизни без своего хозяина. Они готовы сопровождать его всегда и везде и очень скучают по нему, если он надолго уходит из дома. Эти породы мяукающих считаются самыми преданными. Кто попал в наш топ-8 самых верных пород кошек? Сейчас расскажем. Меконгские бобтейлы – кошки, которые привязываются не к дому, а к человеку. Они хорошо понимают настроение своего хозяина и умеют подстраиваться под него. Представители породы обожают принимать участие во всех домашних делах и общаться со всеми членами семьи, в которой живут. Сфинксы – очень верные, преданные кошки. Они всегда стараются быть рядом с хозяином, когда он находится дома. Представители породы отличаются особой чувствительностью и даже ранимостью. Мейн-куны во многом похожи на собак, и преданность не исключение. Представители породы во всем верны своему хозяину. Они обожают всех членов семьи, в которой живут, и дружелюбно относятся к другим питомцам в доме. Абиссинские кошки также отличаются особой преданностью. Представители породы активны и общительны. Они постоянно следуют за своим хозяином и стараются не упустить ни минуты рядом с ним. Ориентальная кошка обожает своего владельца. Она любит играть и общаться с ним, издавая самые разные мяуканья. Представители породы плохо переносят одиночество и не подходят людям, которые редко бывают дома. Курильские бобтейлы обожают общество людей. Когда хозяин дома, они повсюду следуют за ним по пятам. При этом, как правило, представители породы делают это очень ненавязчиво. Для рэгдолла хозяин – это центр вселенной. Они сопровождают его во всех домашних делах и очень скучают, если он надолго уходит из дома. Эти кошки отличаются особой нежностью и ранимостью. Они плохо переносят одиночество и грубые отношения со стороны владельца. Сибирская кошка очень сильно привязана к семье, в которой она живет. Она не требует повышенного внимания, но всегда находится рядом с владельцем. Представители породы крайне чувствительны к настроению хозяина и всегда придут поддержать, когда ему будет плохо или грустно. Итак, мы рассказали о 8 кошках с очень преданным характером. Если вы ищете себе мяукающего питомца с поистине собачьей верностью, обратите свое внимание на одну из перечисленных пород. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!